На площади перед администрацией города собрались лучшие команды прыгунов на скакалке. Они прошли отбор в школах, затем в районах и получили право бороться за кубок главы курорта по скиппингу, прыжкам на скакалке. Самое главное, что этот фестиваль у нас направлен на открытие череды новых спортивных мероприятий, которые мы будем проводить на протяжении всего лета на оздоровительно-спортивных площадках города. Поэтому мы все сегодня прыгаем в лето. Прыжок в лето совершили более 400 школьников. Каждая из команд попыталась по-настоящему удивить. Любители скакалки показывали все возможные прыжки и трюки в разных техниках, стараясь превратить свои номера в настоящее шоу. Все для того, чтобы заработать заветные баллы. Прыгать вот так всем вместе в Сочи стало уже традицией. Открытый городской фестиваль «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето» проводится уже в пятый раз. Мы готовились очень долго. Здесь очень весело, круто, интересно. Приезжаем сюда каждый год. Кстати, упражнения с этим снарядом стали настолько популярны на курорте, что в нескольких школах даже открыли секции по скиппингу. Что касается победителей, лучшей была признана команда 11-й школы. Также в числе призеров школы номер 4 и 10. Дина Отман, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.